решение на конец марта, вот мы теперь все ждем конца марта, и им сложно. Я очень не представляю, сложно. Как им сложно очень. Они ждали. Это до этого рубежа они дошли, его опять перенесли на попозже, и здесь опять надо держать это себя в форме. Это никому не перенести, давайте поболеем за него. Мельникова, ну что ж, ну... Она что, начала падение. Или нет? Да, это было падение. Что с тобой? Это падение, к сожалению, и какая-то досадная история. Не поняла, чем так сопряжено? Не могу понять, что с тобой, Ангелиночка? Просто собраться сейчас до конца, я думаю, надо доделать, потому что самое главное не получить какую-нибудь еще и досадную травму, не дай бог. Нет, все будет хорошо. Она теперь уже спокойна. Уже ей терять нечего. Ну. Чуть мне кажется, она не доделала, что где-то коротковато. Или я придумала для себя вроде что-то. Вроде бы нет. По либо я переживала. Комбинация была... нормально, но ощущение от работы, конечно, такое, процентов на 60, наверное, отработало. Какое-то безвольное начало было, я даже не поняла, что это такое. Какой-то протест внутренний, я даже не знаю. Ладно, это объяснить невозможно, это может объяснить, наверное, она сама себе. Ну, давайте посмотрим еще раз, что же все-таки такое могло произойти. Здесь... Но она не вышла в стойку, уже не удержишься, все. Вот смотри, она вышла. Согнувшись. И стойку, поворот она не смогла, в тазобедром суставе была согнута, равновесие. Нет, чуть-чуть она... позже нужно было выйти из складки, чтобы хотя бы... Нет, она была на согнутых руках. Не дошла до стойки. Вертикально. Вот пройти надо было, а здесь они нечем было держаться. Это не совсем безвольно. Это была ошибка в этом выходе. Не могу ничего сказать. Ангелина, безусловно, она симпатичная.